Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У минулому 2020 році ми побачили новий сплеск інтересу до біткоїну і криптовалюти в цілому. Кількість активних біткоін-адрес вперше з 2017-го перевищила позначку в мільйон, а курс біткоїну стрімко зростав. Сьогодні спробуємо розібратися, у чому причини такого зростання, з чим пов'язане різке падіння після січневих свят і чого очікувати далі. А розбиратися будемо разом з нашою гостю. Я рада вітати в прес-центрі відкритого фінансова експертка Аліна Татарчук. Аліно, я вас вітаю. Почнемо з того, щоб розібратися, що таке взагалі криптовалюта і як вона працює. Да, давайте, наверное, начнем с основных терминологий, да, вообще откуда зарождение криптовалюты, да, было и биткоина. Ну, биткоин был зарожден в 2009 году, да, все прекрасно знают. Кем, пока это загадочный вопрос, есть только догадки. Но вот знаем, что эта криптовалюта прекрасно себя показывает как самостоятельная децентрализованная криптомонета, да, которая обходится без каких-либо команд, поддержек, в отличие от других альткоинов. Если заметили, история повторяется, да, рынок цикличен, и мы повторяем тенденцию 2017 года. Даже, так сказать, пробили больше максимум. Если в 2017 году все ходили, это был первый всплеск, и все кричали, вау, биткоин стоит 20 тысяч, то сейчас тенденция немножко выше, но ситуация та же. То есть, как правило, пока мы растем на этапе роста, да, все немного притихли, все молчат. Но когда такой некий бум, уже все, цена максимум, все они начали говорить, ну, все начали говорить, СМИ и так далее, все начали спрашивать, а что, как это работает, да, почему такой рост, а почему падение. Ну, рынок, он как бы фондовый, криптовалютный, валютный, ну, графики, они и графики, да. Вот, здесь цена и спрос, ну, то есть спрос и предложение аналогично работает. Зависит от того, кто вы на рынке, трейдер или инвестор. Потому что от этого зависит ваша стратегия, когда покупать, да, сколько покупать, какая у вас будет инвест-стратегия, будет это в портфель добавляться или вы спекулянт. Есть тоже много нюансов. Вот, спрос поднялся, скажем так, ну, потому что, смотрите, у нас, получается, прошло уже года три, да, после прошлого всплеска. Как правило, большая часть криптомонет и биткоин, именно если говорить, да, сосредоточена в каких-то, ну, в большем количестве каких-то конкретных людей, которые могут манипулировать рынком. Поэтому здесь очень опасно для мелких инвесторов и трейдеров, которые заходят на рынок, не разобравшись, как это работает, как работать с объемами, как работать с графиками. Собственно, да, то есть мы можем видеть тенденцию, когда люди на подъеме покупают активно, да, когда этого делать не нужно, наоборот, нужно уже продавать. Они, наоборот, закупают, рынок падает, и люди как бы в убытке. Такого делать нельзя, ну, не только за крипто, да, монеты, а вообще за фондовые и другие рынки. То есть когда уже бум, все шумит, все классно, все эйфорично, все думают, все, сейчас будем расти дальше. Нет, это психология. То есть есть люди, которые таким образом неким ну, манипулятивными действиями просто контролируют рынок. Это чистая психология, тоже здесь нужно обратить внимание. Поэтому будьте аккуратны, когда читаете новости, присматривайтесь, изучайте. Если вы покупаете в долгосрок, то в принципе вам не важно особо какая стоимость, вы ее покупаете там несколько лет, вот, и держите. Да, то есть такая стратегия. Если вы там спекулянт, здесь нужно уже более глубоко разбираться, нужно трейдерский технический анализ, фундаментальный анализ, да, потому что мы недавно был еще рост, связанный с украинским новостным фоном, когда сказали, что будут внедрять аналог что-то гривны, по-моему, на принципе криптовалюты Stellar. И поэтому Stellar тоже там выросла в несколько раз, по-моему, в 10 раз, если не ошибаюсь. Ну вот, насчет вот этих фундаментальных новостей. То есть это все очень влияет, это все вспышка, это ожидание рынка. Поэтому мы так, ну, прекрасно растем, собственно, на ожиданиях рынка. Ну, это фундаментальный анализ, который потихоньку, как бы так, манипулятивно контролирует рынком. Здесь технический анализ, он не особо работает, потому что если у нас есть конкретные там графики, объемы и так далее, да, и у нас есть уже план расписка, примерный чертеж, да, как мы это работает, то когда происходит какая-то новость, это моментальный всплеск, который могут там особо не ожидать. То есть это моментальная реакция рынка на то, что цена будет такая-то. Вот, поэтому будьте аккуратны с этими манипулятивными действиями, нужно разбираться в тонкостях, особенно если вы новичок.
То есть вообще нужно начать с основы, что такое блокчейн, майнинг, халвинг, в чем разница между обычной валютой и криптовалютой, там, что такое биткоин, что такое другие альткоины, да, почему есть люди, которые, как говорят, биткоин-максималисты, которые ни во что не верят, кроме в биткоин, потому что все остальные альткоины подкреплены там, другими, ну, большими группами участников, и они думают, что если они в какой-то момент захотят прекратить свою деятельность, то та, ну, иной альткоин, он, грубо говоря, падет просто. То есть с ним никто не будет заниматься. А биткоин — это, собственно, сама по себе уже как сам уже набитый себе процесс, да, который самостоятельно без кого-либо работает прекрасно. То есть он уже показал более чем 10 лет на рынке, его уже видели, да, к нему уже присмотрелись, и люди такие максималисты больше верят в него. Ну, мнение разное, здесь индивидуально все. Кто-то, конечно же, любит, особенно трейдеры, да, любят альткоины, потому что они дают там большую прибыль, больше иксов, но снова же больше риски, ну и, собственно, больше вознаграждения за эти риски. Поэтому здесь нужно, конечно, разбираться с мани-менеджментом и риск-менеджментом. Ну, до речі, ви вже згадали, чим відрізняється звичайна валюта від криптовалюти. Як взагалі ось цей процес проходить? Тобто людина вкладає свої реальні гроші в криптовалюту, як потім вона з цього отримує прибуток, як це працює? Ну як? Тобто, якщо, допустимо, я новичок, да? І я, допустимо, зараз хочу розібратися, що це таке, як мені його купити. То есть для начала есть два вида. Есть либо мы можем открыть обычный биткоин-кошелек, да, и купить ее в долгосрок и за ней забыть. Главное — это пароль, да, и там приватный ключ. Главное никуда не терять, его лучше записать на какой-то бумажный носитель, потому что если вы его потеряете, вы не сможете его установить, как, допустим, это с банкингом работает, да, при этом почту, это не работает. То есть если вы забыли пароль или там ключ приватный, все, это вы можете попрощаться со своими деньгами, собственно. Но их никто не восстановит. Дальше, если хотите, допустим, манипулятивно торговать, это есть биржи, там есть тоже у них, можно делать, пройти регистрацию, и на бирже можно обменивать другие криптовалюты, там биткоины, другие альткоины, допустим, да, если рассматривать эту специфику, есть такие там криптобиржи, как Binance, какие там еще Bittrex, нет, не Bittrex, Poloniex, ну и другие, да, там есть биржи, которые, в принципе, позволяют вам зарегистрироваться, верифицировать свою личность. Вот, можете не верифицировать, там какой-то есть лимит, при котором вы можете, в принципе, небольшими суммами покупать, продавать. Это тоже удобно, в принципе. Если вы не хотите торговать, вам просто базово купить нужно кошелек, точнее, не купить, а зарегистрировать. Да, скачать, зарегистрировать кошелек, там самый примитивный, простой биткоин валет, если не ошибаюсь. Вот, вы его регистрируете, там есть, можно купить биткоин, эфириум, лайткоин, если не ошибаюсь, основные вот эти там три криптовалюты. Криптомонеты, точнее, и получается, можете их просто держать на долгосрок. Вот, допустим, если вы уже хотите вывести их на карту, да, или наоборот завести, как этот процесс происходит? Есть такая платформа, как BestChange, да, .ru, по-моему, и там заходите, и там есть разные-разные обменники. Там не только криптовалюты, там, в принципе, есть как другие альтернативные, там, вроде там Kiwi, там, ну, такого плана, не только криптовалюта, но, в принципе, это удобный способ, там есть приват, моно, и еще, по-моему, несколько банков, где вы можете выбрать источник, точнее, обменник, да, и там есть курс, есть объем, то есть, например, там от 100 гривен по такому-то курсу, потому что обменник учитывает свою внутреннюю комиссию. Вы заходите, выбираете, вносите свои данные, там карты, имя и так далее, это уже обычно проверенные обменники с самой платформой. Как происходит процесс? Вы со своей карты переводите на карту человека, например, с приватом на приват, и буквально через пару минут вам приходит с биткоин-кошелька на ваш биткоин-кошелек в равной пропорции по курсу. То есть все это происходит таким образом. Вот, так же самое и в обратном порядке, да, если, допустим, у вас есть на кошельке монеты, да, какая-то часть, и вы хотите ее, допустим, уже перевести в фиат, ну, то есть перевести на деньги на карту, и, собственно, уже фиат, да, такая же самая процедура. То есть через BestChange вы там вводите биткоин на карту, допустим, на приват, на моно, любую выбираете, выбираете нужный вам обменник по курсу, обязательно смотрите объем, да, то есть, допустим, там есть 100, там 2000 гривен, то есть там можно выбрать, что вам интересно, пофильтровать, допустим, да, может там есть калькулятор, то есть посчитать, сколько вам это обойдется, какая комиссия, допустим, да. Вот, есть уже более постоянные обменники, которые, в принципе, могут вам поменять любой альткоин.
тоже такое есть. Поэтому все это можно проследить, отсмотреть, и это не так сложно. То есть если вы один раз технически это сделаете, вы будете понимать, как это работает. Это, в принципе, несложно. Это как с интернет-банкингом. То есть, по сути, мы когда работаем с валютой, никаких нам специфичных таких вот навыков не нужно, кроме арифметических, да. Вот. А с интернет-банкингом там нужно уже немножко лучше разбираться, там, углубляться. Аналогично и здесь. То есть принцип тот же, там ничего сверхъестественного нету, никаких программных кодов там или еще чего-то. Все это уже заложено, все это уже учтено для пользователя. То есть это очень комфортно, главное один раз это сделать, как бы, да, все боятся первый раз. То есть я помню 2017 год, когда был первая волна, и когда я была на втором курсе, я тоже первый раз купила. Это было интересно. У нас был проект, который нам выплачивал вот таких вот в биткоинах, да, и мы переводили на долларовую там карту. Это был интересный опыт, потому что первый раз ты переживаешь, ты сидишь, как это работает. Давайте пробовать, да вот так вот. Поэтому тут главное не бояться, если вы уже решили купить, то на какую-то часть и держать долгосрок, вы просто приобретаете, делаете таким образом манипуляцию, обмениваете и все, и держите. Вот так. Ну, то ми говорили про те, що дійсно до січневих свят у 2020 році курс біткоїну дуже зріс, потім був такий різкий спад, всі перелякалися. Чого очікувати далі? Які перспективи у криптовалюти на 2021 рік? Якщо б я була Ванга, було б прекрасно. Ну, увы, нет. Главное тут, как нужно понимать просто немного психологии и нужно понимать специфику рынка. 100% там гарантии вверх-вниз никто ничего не знает, знаем только, что он прекрасно вырос, да, и сейчас там пошла некая коррекция, да, и здесь только два сценария, либо он пройдет вверх, либо вниз. Снова же, давайте отпираться просто на историю, да, на исторические данные 2017 года. Нужно быть аккуратным, потому что сейчас, поскольку о нем все говорят, да, все его покупают, он уже таких вот, он рынок перегрет просто. Понимаете, просто когда, допустим, даже как с товарным, да, любой товар возьмем, да, допустим, если на него очень большой там спрос пошел, все начали, и там завод начал его активно выпускать, какой-то, например, там, не знаю, там ручки, активно выпускать ручки, и все, и, ну, получается очень много товара, по сути, все его понемногу выкупают, и, по сути, потом получается перенасыщение рынка, людям этот товар не нужен, он лежит просто на складах потихоньку, то есть это вот спрос и предложение, вот как в жизни, так и здесь, да, потому что спрос сейчас потихоньку, ну, как бы он все равно становится все тише и тише, потому что многие понимают, что вот-вот сейчас он должен вот сильно резко пойти вниз, потому что он слишком перегрет, слишком цена его переоценена, как некоторые считают, некоторые, наоборот, оптимисты думают, что это будет 100, возможно, там, тысяч, да, в будущем. Никто конкретно сказать цифры не может, потому что в 2017 году было очень много экспертов, которые потом прекрасно потихоньку ушли с рынка буквально там через год. Если, допустим, были чаты, там гремели там по 20 тысяч человек, то сейчас там осталось от силы 2-3 тысячи, те, которые реально до сих пор понемногу разбираются с этим рынком, с биткоином, с другими альткоинами. И все. То есть, понимаете, просто когда рынок нашумевший, все говорят, вот, я разбираюсь, я молодец, я прочитал статью, я прошел курсы, я такой молодец. Сейчас я вам провангую, сколько это будет стоить в будущем, через неделю. От таких людей лучше бежать дальше. Есть технический анализ, есть фундаментальный. И нужно понимать специфику рынка, конечно же. То есть, на чем основан этот скачок, да, почему вырос, какие новости прошли, прочитать. На investing.com, возможно, там на Yahoo, возможно, там на Bloomberg, возможно, другие какие-то источники. Прочитать, с каким новостным фоном это связано, почему, да, почему рынок так именно отреагировал. Не забываем, что большая часть сосредоточена какой-то одной маленькой целевой группы. То есть они прекрасно могут манипулировать, поднимать большие объемы, поднимать рынок. Поэтому мы с нашими мелкими суммами, да, там трейдеры, инвесторы, мы как маленькие люди в этом мире. Поэтому нужно быть особо аккуратно и осторожно с этим. Потому что, ну, всем хочется, у всех такой некий драйв, давайте купим, сейчас мы все заработаем, сейчас мы сделаем X100. Вот, поэтому с этим нужно быть аккуратно, прежде всего с вашими эмоциями, да. Просто смотрите, читайте, анализируйте. Почему так? Почему вот это? Делайте статистику, опирайтесь на исторические данные. Рынок цикличен, неважно, какой это рынок, криптовалютный, там, да, или какой-либо другой.
ну, история повторяется, то есть 2007 года. Просто проанализируйте, возьмите картинку и сравните графики просто банально, да, как это двигается. Снова же двигается биткоин, двигается в основном другие альткоины за ним. Падает, падает аналогично, а то и сильнее бывает. То есть просматривать динамику, это нужно быть уже более таким продвинутым экспертом, который там не первый год на рынке, да, уже активно либо инвестор, либо который торгует. Тогда он плюс-минус может какие-то дать, так сказать, экспертные какие-то, может быть, мнения по этому поводу, но снова же стопроцентно никто не может сказать. Ну, это, ну, как бы, если бы мы читали будущее, было бы прекрасно, мы все, наверное, были богаты. Но, увы, такого не бывает. Ну, от дійсно є багато таких стратегій зарубіжних, які пророкують, що криптоінвестори можуть втратити всі свої кошти, і з цього можна зробити висновок, що зараз, саме у 2021 році, краще в біткоїни не інвестувати, чи все ж таки можна спробувати ризикнути. Ну, смотрите, у нас яка ситуація? Ми коли ставили портфелі для інвесторів, да, у них було ядро портфеля, вже там основні якісь активи, і біткоін відносився до таких високоризикових інструментів. Альтернативным, скажем так, он занимал примерно от 2 до 10%, да, в портфеле. Это было, ну, 2018 где-то год, да, 2019. Сейчас рынок перегрет, то есть если тогда бы покупали по, там, по 5, по 6 тысяч долларов, да, биткоин, то сейчас он стоит там около 30 и выше, там до 40 подпрыгивает. Это, ну, прям, тем более это самый максимальный исторический пик, да, то есть если мы возьмем 2017, было 20 тысяч. То есть и следуя из логики рынка, в любом случае будет, ну, то есть коррекция, подъем, у нас будет некий такой коридор, в котором ценообразование будет, ну, как сказать, продавцы и покупатели не найдут таких вот каких-то компромиссов, да, то есть оно будет колебаться сверху вниз понемногу, и потом все равно произойдет резкий скачок вниз, потому что ему нужна сильная коррекция после такого огромного роста. Ну, просто не бывает так, чтобы росло, ну, то есть новый пик годами, десятилетиями, такого не бывает. То есть в долгосрочной перспективе в любом случае любой рынок взять, например, если идет максимальный пик, идет коррекция. Да, в любом случае, неважно, там, какой диапазон, там, может быть, месяц, может быть, год, может быть, два года этой коррекции, там огромная идет коррекция. Самая хорошая была коррекция вот за биткоин, когда он стоил 4, около там, 5 тысяч долларов, там 4-500 где-то. Я помню, это прекрасный день, потому что это было 5 утра, и все просто, ну, лично у меня там некоторые чаты гремели, что вот смотрите, сейчас исторический минимум. Ну, то есть это такой уровень там поддержки, который вот нужно закупать. И те люди, когда тогда закупали по 6, по 8 хотя бы, да, и там в перспективе там дальше, да, то есть на короткой дистанции это было, да, неплохо. То есть инвест-портфель показал себе в целом очень даже хорошо. То есть это вот небольшая часть биткоина, который мы закладывали в инвест-портфель, он как бы поднял доходность портфеля самого по себе, да. А сейчас, ну, рынок перегрет, лучше вообще не профессионалам туда не лезть, особенно если вы новичок, вы этого не разбираетесь, вы не смотрели тенденции, не разбирались в этом 2017 и далее, да, или у вас нет под рукой человека, который торгует, или инвестора, который не первый год, то лучше не лезть вообще, ну, то есть сейчас особенно, то есть рынок очень перегрет, очень, ну, то есть это как с каким-то товаром, которого очень много, на него спроса нет, его никто не покупает, вот, поэтому и ценообразование, соответственно, на него падает. Потому что когда есть спрос, да, допустим, у людей есть спрос на это, и товар дефицитный, соответственно, он дорожает. Вот, не забываем, что эмиссия, да, всего биткоина, да, 21 там, миллион, если не ошибаюсь. Вот, поэтому если когда мы достигнем этого, ну, этого пика, да, вот эту вот эмиссию пройдем, все, ну, то есть пройдет вот этот майнинг весь до 21 миллиона, то потом этот товар станет дефицитным неким. Потому что с валютной частью там какая история, что если у нас происходит какой-то кризис, да, центральный банк понижает ставку, и обычно включается печатный станок. Тогда происходит инфляция, обесценивание денег. То с криптовалютой, скорее наоборот, она будет потом расти в цене, как дефицитная криптовалюта. Вот, скажем так, такой актив, дефицитный актив, скажем так. Що ж, дякую вам за відповіді. Сьогодні говорили про нестабільність біткоїну і що очікувати криптовалюті у 2021 році. Відповідала на всі наші запитання наша гостя, фінансова експертка Аліна Татарчук. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!